съездил в зал, позанимался. Блядь, устал. Кстати, в моем городе, а город Кострома, напомню, залы относительно недорогие в сравнении с крупными городами, такие как Москва, Санкт-Петербург. Месячный абонемент в зал у нас в Костроме стоит, по крайней мере в этот тренажерный зал, 1300 рублей. Безлимитный абонемент на каждый день, сколько хочешь, в любое время, до какого времени. Так что вот. Ну, они, в принципе, в среднем все такие залы, как бы. То есть там интервал буквально в 200-300 рублей идет. Вполне. Ну, зал вы видели, в принципе, зал небольшой, но лично мне этого всего достаточно. Все базовые тренажеры, они есть.